Привет! Новый влогмас и новый день, новое окошко и 18 декабря. Сегодня открываем календарь книг с первым делом. Итак, первое у нас что тут такое? Это первая помада. Вот такая вот темненькая. Миниатюрка, очень темный цвет. Заценим. Теперь дальше. Продолжаем открытие календарей, но не забываем, конечно же, про пакетик. Вот такой у нас сегодня пакет. Это вроде как Кэмерон Диаз. Я не знаю этот фильм, но почему-то мне кажется по вот здесь вот сбоку, что это Джуд Лоу. Напишите в комментариях, что это за фильм у нас сегодня за 18 число. Итак, мы приклеим этот фильм. Так, наверное, вот на такой вот пакетик. По цвету подходящий. Смотрите, какая красота получилась. И у нас закончился один листочек с наклейками. Все, с завтрашнего дня будем переходить на следующий буклетик. Я вижу, что здесь уже есть Гарри Поттеры. Но жалко, что прямо 31 числа, потому что мне очень хочется скорее наклеить эту наклеечку с Гарри Поттером. Но я буду ждать. И не только 31 декабря будет Гарри Поттер, еще и 22. Ладно, теперь переходим к календарику Sephora 12 сюрпризов. Итак, у нас вот такая вот коробка. И мы вытаскиваем следующий сюрприз. И он крайний из этой коробочки. И это вот такая вот маленькая помада. Даже скраб с киви. Sephora. Гляньте только на эту красоту. Какая милота. Ну вот эти вот баночки, они сделаны из плотного картона. Так что их мочить нельзя, нужно с ними очень аккуратно обращаться. Пока открывать не буду, она, видите, еще новая, залеплена наклеечкой. Оставлю его на потом. Дальше. Теперь мы переходим к календарику Essence. Какой-то он стал легкий прямо у нас. О, прям я что-то прям огромное такое нашла. Что это? Что это? Это что-то для ногтей? Так это вообще ногти. Это ногти накладные. И они, между прочим, такие маленькие. Маленькие ноготочки. Как раз на меня подойдут, да? По размеру. И правда. Прикольно. Классический стайл такой. Французский, что ли, да, называется этот маникюр, когда вот кончик беленький. И они в коробочке, в пластиковой, хорошо запакованы. Итак, подведем итоги. Вот наша сегодняшняя добыча из календарей. И вот такой вот красивый пакет. А теперь мы будем читать книжку «Гарри Поттер. Волшебство». Продолжаем. Немножко волшебной коробочки Wednesday в кадре сегодня у нас побудет. Вот она моя волшебная коробочка. Сейчас я вам покажу, что у меня тут есть. Вот они мои тут брюлики, бриллиантики. I love my mom. Викуська мне делала вот такую красоту. Еще она мне сегодня сделала кроссовочку, но она у меня сейчас в комнате осталась. Я вам завтра ее покажу. Мне вот эта вот надпись очень нравится. Единорожка. Все очень красивые наклейки получаются. Нужно будет теперь подумать, куда их приклеивать. Потому что нужно им хорошее местечко. Я сегодня сделала еще такую книжку в стиле цифровой цирк. Завтра вам тоже покажу. Такая милота получилась. Скорее хочется показать, но я еще не доделала обложку, поэтому не сегодня, а завтра буду вам показывать, когда уже доделаю до конца. И тут у меня вот такие вот закладочки с моим
переходом на канал Plastic Fantastic. Тут в стиле Тока-Бока. Это вот мой домик Тока-Бок, который можете найти на моем Авито аккаунте. Вот с этой вот девочкой. Одежда ее, она как раз, да, вот. Мой такой домик Тока-Бока. Ну и тут у меня маленькие какие-то вот персонажики. Вот такая вот милота в стиле Christmas. И маленький гринчик вот такой вот тоже. Вуаля. В общем, много тут всего. Это шапочка для спа-процедур. Тут коврик. Это вот все в стиле Тока-Бока. И все такое ASMR-ненькое, между прочим. Да? Закрываем коробочку. Гарри Поттер, темное искусство. Что же нас сегодня тут ожидает? Тут закладочка. Это наша с вами прошлая страничка, которую мы почитали. Мне кажется, скоро уже, наверное, мы на фантастические твари перейдем, потому что мне кажется, уже до половины практически дошли. Это не половина, даже случайно вот. С переплетом тут. Слушайте, это, по-моему, половина. Как я вовремя, да, сказала? Прям половинка. Так, открываем следующий разворотик. И тут у нас снова Гарри Поттер. Защита от темных искусств. Вот такой вот красивый разворот. Сегодня я почитаю его на эту камеру. Давайте посмотрим картин. На уроках защиты от темных искусств студенты Хогвартса изучают вредоносных тварей, темные проклятия и способы защититься от темных сил. Класс защиты от темных искусств в фильмах был сделан похожим на чердак или мансарду, но при этом был наполнен светом, проникающим через высокие окна. 36 студентов сидели за двойными партами, которые приходилось переделывать от фильма к фильму, поскольку актеры росли. Вот, вот такой вот кабинет. Теперь у нас следующий разворотик. Выглядит он вот так. Преподаватель защиты от темных искусств меняется каждый год. Поэтому и внешний вид комнаты постоянно изменялся, чтобы соответствовать личности профессора. В фильме «Гарри Поттер и тайная комната» Зо Ти преподавал тщеславный профессор Локхарт, поэтому комната была увешана его портретами и фотографиями. В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» класс профессора Люпина был украшен природными объектами, которые в представлении декораторов он привез из своих странствий. В фильме «Гарри Поттер и кубок огня» интерьер класса профессора Грюма перекликался с его грозным глазом. В комнате было расставлено множество огромных оптических линз. Долорес Амбридж почти не обучала детей защитной магии в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», поэтому декоратор Стефани Макмиллан оставила комнату пустой. Вот такие дела. Так, мы сейчас с вами почитаем, а потом я вам на телефоне поближе картинки уже покажу. Переворачиваем. Та-дам! Преподаватели защиты от темных искусств. Некоторые из профессоров защиты и сами занимались темными искусствами, тогда как другие сражались против них. Задача всегда состояла в том, чтобы отличить, кто есть кто. Квиринус Квирел. Гарри Поттер и философский камень. Вот. Первый профессор защиты от темных искусств Гарри Поттера хранит очень темный секрет, поэтому костюм профессора Квиррелла требовал некой детали, скрывающей, что он делит свое тело с душой лорда Волдеморта. Художница по костюмам Юдиана Маковски выбрала для этой цели тюрбан в стиле эпохи Возрождения с крупными складками.
Дальше. Гильдерой Локхарт. «Гарри Поттер и тайная комната». Профессор, преподававший защиту от темных искусств на втором году обучения Гарри, написал множество книг, в том числе «Странствия с вампирами» и «Путешествия с троллями». Но в конце концов оказалось, что все эти истории были украдены, а магические таланты профессора Локхарта весьма скромны, не считая способности к заклинанию забвения. Актер Кеннет Брана носил набор сверкающих белых фальшивых зубов и богато украшенные костюмы в золотых и серо-синих цветах, чтобы создать впечатление волшебника, заботящегося о своем стиле. Вот. Дальше. Ремус Люпин. «Гарри Поттер и узник Азкабана». Еще один профессор с секретом – это профессор Люпин. Он оборотень. Создатели весьма рассматривали оборотничество как болезнь, поэтому Люпин не выглядел лохматым и могучим. Он истощен и покрыт шрамами, а его одежда выглядит потрепанной. Для превращения актера Дэвида Тьюиса в оборотня использовались такие детали грима, как контактные линзы и фальшивые зубы. Но его итоговая звериная форма была нарисована на компьютере. Ластер, грозный глаз Грюм. «Гарри Поттер и кубок огня». Бывший автор – охотник за темными магами Аластер Грюм, потерявший некоторые части тела в битвах, преподавал защиту от темных искусств на четвертом году обучения Гарри в Хогвартсе. Радиоуправляемый глаз, который носил для роли актер Брэндон Глисон, был подсоединен к проводам, скрытым под составными грим-накладками на лице и под париком. Парик был сделан из отдельных прядей, которые можно было снимать, если требовалось настроить механизм глаза. У Грюма тоже была тайна. На самом деле он был не настоящим. Под его личиной скрывался Барти Крауч-младший, пожиратель смерти, принявший облик Грюма с помощью оборотного зелья. Ну и, конечно же, Долорес Амбридж, «Гарри Поттер и Орден Феникса». У профессора, преподававшей защиту от темных искусств на пятом году обучения Гарри, не было никаких секретов. Она находилась в Хогвартсе по поручению Министерства магии. Актриса Имельда Стоунтон хотела, чтобы манера движения и походка Амбридж выглядели чопорно, почти механически, и для этого попросила добавить к ее костюмам плотную набивку спереди и сзади. Для контраста с ее жестким характером, ее розовые платья и костюмы были созданы из мягких пушистых тканей. Вот такие вот дела. И тут у нас что-то там такое плотненькое сидит, я смотрю. Вот тут вот где-то. Прямо тут много всего чего-то. Походу, какие-то карточки, что ли, будут. Как здорово! И этот разворотик, он еще будет о Гарри Поттере. Потому что, смотрите, тут Сириус Блэк виднеется. Ладно, мы не будем заглядывать вперед. Я сейчас вам на телефоне покажу поближе картинки. Да? Ну и будем закругляться на сегодня. Я уже тут. Вот наша защита от темных искусств. Вот такая вот тут фоточка. Дальше класс. Смотрите, как много тут книжек волшебника. Так все. Красота, волшебство. Вот книжка. Вот у нас Невилл. Дальше занятия, да, тут идут. С угрюмым глазом. Вот такая вот магия. И профессоры. Квиррел, Локхарт, Грозный глаз, Люпин и, конечно же, Долорес Амбридж. Это вот она в лесу. С Гарри и Гермионой. Ну и вот такие вот у нас сегодня были дела. Я оставлю закладочку с
Все, всем скоро увидимся завтра. Новый день, новый влог. Возможно, еще и книжку продолжим читать. Всем спокойной ночки, волшебных снов. Ну и пока-пока.